перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мирон, нет, к счастью. Оба, она нахуй. Еще трезвый, но типа попробуй. Мне просто интересно, сколько человек будет. Я ни разу еще не запускал там всю после части, но я понял. Это интересная хуйня. Подожди, а сколько ты был? Ебать. Прирост подпискам. Че? Прирост подпискам, или тебя не искали? Пиздец, сколько. И это все, короче, охуенно. Ребята, всем привет. В общем-то, я бухаю. Вот. И, короче, пишут, когда батлы. Скоро. Скоро будут батлы. И вообще все будет скоро. Когда батлы? Да когда батлы? Да скоро батлы будут. Ебать, уже 23 человека. Мамы все. Йо, привет! Всем салют! У нас тут, короче, интересная хуйня происходит. Просто рыжий подписывайся. Не закрывай микрофон! Сам не закрывай микрофон! Тихо-тихо, сфоткай, блядь, это говно! У меня руки трясутся, вау! Мать, какой сейчас? Савелий, когда приедешь, тогда и увидимся. Ну что, Настя, скажи тут что-нибудь. Так, какой адрес тут? Короче, приезжайте, ждем в ожидании. Блять, не надо. Нет, ладно, приезжайте. Водочка любимая пишет, охуенно слушайте. Нет, слушаем какую-то хуйню, типа, потому что плейлист не мой, к сожалению. Если бы был мой плейлист, мы бы слушали нормальную хуйню, короче, вот, великолепную. Нормальную хуйню? Мне говорят, пишет смешарик в кашу. Да какой я в кашу, блядь, ты чё, нахуй, я абсолютно трезвый. Пока еще. Ключевое слово. Пока еще. Да. Но мы ничего, мы сейчас очень быстренько это исправим. Мася, здорово. Мася, салют. Здравствуйте. А что у нас с тобой есть? Итак, что у нас с тобой есть? Бодяга какая-то, да? Амаретта. Мы бодяга. Будем какую-то бодягу ебаную пить. Вот. Антихайп? Нет, не антихайп. Гол лучший панч. Готов, давай, слушай панч. Чтоб, блять. Короче, сука. Нет, не хочу тогда лучший панч говорить. Блядь, Джессика, это. Везде папарацци ебаные. Ну что же, господа подписчики. Господа, ребята. На... Помоги мне, пожалуйста, возьми вот сок. На канал на ютубе Рыжий Ивашка. Ребята, в общем, господа, ребята, и все дорогие. Наверное, я пью за вас. И за ваше всех здоровье. Смотрите Versus Fresh Blood. И не это. Короче, берегите свое здоровье. И всем... Не кашляйте, конечно. Так, давай, дай сок, пожалуйста. Сок тебе дать? Где взять? Будешь прыгнуть, будешь петь или нет? Да, попозже будешь. Чувак! Блядь, это мой апельсиновый, сука! Мне с чем пить ликер? Дай бог здоровья. Я тебя зрители, блядь. Ты охуел, что ли, блядь? 31. Я, блядь, только запустил вообще. Да я сам в охуе, говорю, я до Версуса, короче, еще ни разу не врубал трансляцию. Что думаешь о Миксе? Очень интересно твое мнение. Микси охуенный тип, Микси респект, вообще, короче, нормальный типок, охуенно все. Со всеми там. Короче, можете про нашу команду вообще не спрашивать. Все, кто у нас в команде, короче, все охуенные типы. Вот. Любишь бухать? Да, люблю бухать. Нет. Триплом дропа, го. Ну смотри, короче, здесь поместится, в принципе, и побольше. Здесь, в принципе, и побольше замутим. Поэтому вот. Да. Разъебите Тиму Смоки. Я синхуй, мы их разъебем вообще, блядь, щепки ебаные. Изи.
Изи, изи. На первом батле сезона уже не так волновался. Нет, на первом батле сезона уже так не волновался. Уже поработал над подачей немножечко. В общем, все увидите, все будет охуенно. Я сейчас ничего делать не буду, у меня колено пизда. Потому что я долбоеб и разъебал его нахуй. О, ебать, четкий пост, который разъебал своими панчами. Бадибэк. Ты хотел в команду Мирона, или тебе было главное, чтобы тебя взяли? Понимаешь, все хотели в команду Мирона. Мне кажется, мало кто хотел в команду Смоки. Я когда смотрел твою версию, ты постоянно на Мирона смотрел. Типа, понравилось? Слушай, я не на Мирона смотрел, я смотрел на Рестика, потому что он смотрел на меня. Типа, у меня такая, блядь, если люди на меня смотрят, я тоже на них смотрю, типа, поэтому это непривычно было. Когда батл сезонный, чуваки, все увидите, короче, все будет скоро, все будет хорошо. Очень скоро и сезонный батл. Лечись, алкоголь не пей, лечись. Алкоголизм? Нет, я не болен алкоголизмом, у меня все нормально, я бухал очень давно последнее время. Сука, очень давно последнее время бухал. Что значит паундропов? Ну, короче, я, наверное, потом об этом как-нибудь расскажу. Типа, это долго. Бля, когда финал твой? Если он будет, то охуенно было бы вообще. Мне говорили, что у тебя колено в пизду. Сколько тебе лет? Мне 18 лет. 1, 4, покажи. 8. Остановка. Вот столько. Пойду еще водочки накачу. С кем батл не скажу? С кем батл не скажу? Да, пойдем, возьми сок, пожалуйста. ВТ-23. Нет, Мирон, конечно же, давно уже запомнил, как меня зовут. Ну, потому что смешарик. И все, нахуй, не теряй. Короче. Я здесь, все нормально. А что? Ладно, хуй с ним, перезвони. Где? Что такое сделать? Все, заебись. Оба-на! Короче, мне позвонил кореш, и мне пришлось ответить корешу. Короче, все, я тут. Во, чтоб всем было удобно. Кто, по твоему мнению, самый сильный батл-рэпер? По моему мнению, сильных батл-рэперов очень много, и типа, в основном, наверное, не знаю, мне нравится PM и типа именно самый сильный батл-рэпер, наверное, PM, не знаю, мне кажется, PM самый сильный батл-рэпер, вот, я, может, кого-то сейчас забыл, кого-то сейчас не вспомню, может, Сеймур, короче, Сеймур охуенный типок вообще тоже, мне очень нравится, как он батлит, он очень мощный, очень сильный, и, типа, не знаю, Сектор очень мощный, типа, охуенный, тоже мне очень нравятся батлы Сектора, но все-таки мне кажется, что он, не самый сильный, короче, то есть, такой, охуенный, но вот самый сильный, мне кажется, либо все-таки PM, либо, наверное, Сеймур. Опять же, это мое, субъективное мнение, я ничего не могу за кого-то говорить. Палмдропов еще охуенный, говорит. Да, Палмдропов охуенный. От Васильева. Я не знаю, кто такой Васильев. У меня много друзей Васильевых. Не поменяю я ник на смешариков. Это дерьмовая хуйня, нахуя мне это нужно? Как тебе сын проститутки? Интересная хуйня, сын проститутки. Интересный персонаж. То есть, сын проститутки интересный персонаж, но я считаю, как батл-рэпер, он достаточно слабый, потому что, наверное, панчи какие-то простые слишком, не знаю. Вот многие сравнивают меня с ним, но, я, честно говоря, схожести особо не вижу. Вот. Сын проститутки прикольный, но слабенький. Доволен своим батлом с отбором.
Да, доволен, потому что за 3 дня это лучшее, что я, наверное, смогу выдать. Вот. Ну и тем более, это был первый мой батл, поэтому логично, что я волновался, пиздец, и так далее. Зуб потом сделаю. СП охуенный. Ну, сколько людей, столько и мнений. Я говорю, я не говорю, что он мне охуенный, типа, он интересный. Где Ваня? Ваня! Что 19-17? Ну, мне кажется, если он будет развиваться, выдавать панчи нормальные, то может быть из него что-то и получится. Сейчас вряд ли. Сейчас он пока слабоват. Ну это же не только мое мнение, типа это уже мнение и Мирона, и Рестера, и всех остальных, очень много кого, поэтому 19-17 слабенький. Смотришь второй сезон РБЛ. Да, я смотрю второй сезон РБЛ, и мне типа все нравится. Ну типа РБЛ респект, как говорил великий человек. Я не создавал эту группу ВК. Это не моя группа ВК, чувак. Я... Там в контактах, типа, даже меня нет. Ну, ссылки на все мои соцсети, ну, типа, не я ее создавал, я даже не вступал в нее, если что. Ой, бля, а что на что лям потрачу? Ну, если я выиграю лям в финале, то, короче... Попьем с пацанами из команды пива. Очень много, на все бабки. На лям? На лям. На лям пивка попьем. Нормально. Мы сейчас будем жарить шашлыки, кстати, прямо здесь. Прямо здесь? Прямо здесь. Кто будет шашлыком? Ты что пиздишь? Прямо здесь мы решили, все, есть сейчас пойдем. Мы на улицу пойдем. Сейчас, если пойдет дождь там... Не, ребят, на улице пиздец, вон, смотрите, туча охуевшая идет. Ну, да. Да, куляс. Да. О, привет. О, привет. Сколько человек? Давай, скажи. Вредная помидорина, лечись. Хуя. А помидорины назвали вредной? Помидорины, нахуй, вредная. Ты помидорина. Я очень вредная помидорина. Привет, всем привет. А подержите сигаретку, там у тебя водочки, не хочу быстренько. За будущее подержу. Блять. Много налил. Сука. Спасибо большое. Здорово, пацан. Тёма Ястремский, салют. Помнишь, я тебя разъебал на батле? Дважды. На батутном батле. Фиты будут с чуваками из твоей команды? Не могу ничего сказать. Ничего не могу сказать. Все возможно. С кем лучше всех общаешься в сезоне? Со Стасом и Нрейжем. Лучше всех... Я в сезоне общаюсь со Стасом и Нрейжем. Нет. Ну, в смысле с кем? Со своей командой лучше всех я общаюсь. Да, с тобой. А Ев где? Нет больше Ефа. Да, вид интересный. У нас здесь, кстати, красивый вид с балкона, смотрите, короче. Такой чисто. Чисто, да, такой деревенский. Деревенский нахуй вид. Да нет, я тут трансу, короче, видел. Я так понял, я за балкон. Да, текст пишу. Ну, типа как, не пишу, пока... Пока просто... Хотел за балкон вылезти, но там карда мне. Чуть-чуть. Еще рановато. Хотя бы именем пошел, блядь. О, Руся! Именем заебись. Руся Вебстер, салют. Куда Ефа дел? Так, у кого зажигалка? Владимир. Я живу во Владимире. С кем батл первый? Я самый старый, блядь. Первый батл с 19-17. Ничего страшного. Бля, сори, я с ним говорил, не слышал, не хуесосьте меня, что батлы уже были или только снимать будут. Ничего не могу сказать. Как летай себе? Летай охуенный. Он же в команде Оксимирона. В команде Оксимирона все охуенные. Когда будешь в кашу, тогда текст пиши. Это мой совет, получится отлично. Как у Оби-Вана. Вряд ли. 30 мая. Если я нажрусь. Да, давай пересечемся. 30 мая я буду в Москве. Как раз таки. Кирилл, я знаю, что ты из Владимира.
Я знаю. А в чем вопрос тогда был? Я тебя знаю, я типа, с какого района, походу? С какого-то района, я тебя найду. Блять, сейчас эту суть в добром. Выигрыш ВБ, я модер в группе забил. Хорошо. Нет, я не из-за Москвы, я из Владимира. Это 3 часа от Москвы ехать, короче. Вот. Ты рад, что попал в команду Коксимирона, а не к Смоке? Да, я рад, что попал в Коксимирона, а не к Смоке. Очень сильно. Как придумываю панчи. Общаюсь с людьми, короче, и стараюсь улавливать любую информацию, которая плавает вокруг меня, типа, и передумывать ее как-то, и что-то из этого делать, разбирать. Футбол не смотрю, футбол не нравится, вообще нахуй футбол. Вот. Не люблю футбол. Берегись, ору. Я понял тебя. Берегись, ору. Привет! Ты говорил, что все хотели к Мирону, но Сектор говорил, что очень хотел к Смоке попасть. Ну, типа, Сектор-то не попал, поэтому уже не важно. Где Твиттер-то, тебя спрашивают, блядь? Твиттера, не знаю, может, сделаю. Ну, посмотрим, типа, в смысле, нахуя мне пока Твиттер, типа... Аудитория, наверное, слишком маленькая. Чтобы побел на батлах. Хуйня. Как же рад, что ты попал в сезон, а потом еще и в команду Кокси. Спасибо, чувак. Бля, победил. Да. Нахуй Твиттер. Вот я согласен, нахуй Твиттер. Нахуй Твиттер. Ну, типа, бля, пока рано. В смысле, Твиттер, для, я считаю, для людей, у которых охуевшая здоровая аудитория. Типа вот. Типа Яникса? Давай ты не будешь произносить эти слова. Типа моего деканата в универе. У него большая аудитория была. Вот, короче. Кирилл, когда будешь в Москве? Надо водки добавить. 30 мая, возможно, но возможно и нет. Жалко, что в финале не будут Окси со Смоки батлить. Жалко. Бля, только не забывайте их ставить. Ну, типа... Я буду над этим работать, короче. Типа, это... Попал. Это вопрос подготовки. Нахер Яникса пишет? Вот, плюс один, ёпта. Не могу ничего, короче, сказать по поводу Яникса. Ну, Яникс и Яникс, типа, вообще, ну, похуй. Я могу сказать. Яникс... хуйня. Также можно и про Кизара спиздануть. Водку из Вилла забивать, водку из Вилла. Нового, да. В Казахстане будешь? Давай, да погнали в Казахстан. Если Стасян Энрейдж позовет, то я поеду в Казахстан. Мне нравится Казахстан. Привет с Казахстана. Ну и тебе тоже привет с Казахстана. Ну. Всем, всем, всем привет. С Казахстана. У нас там какой-то пиздец происходит. Катя, я тебя не понимаю. Я тебя не понимаю в чем-то. Думаешь, кто будет в финале? Думаю, в финале буду я. И... И не знаю. Не знаю. В финале хочу я быть. Да я с тобой забатлю в финале, понял. Я шучу. Джонни Бой Сквад? Давайте только без Джонни Боя, плиз. В честь чего пьете? У моей подруги день рождения. На самом деле я поссорился с бывшей. Это так странно звучит. Да, слушай, это звучит как-то вообще. Короче, у моей подруги день рождения. Бам! А есть сигарета? Пожалуйста. Какой батл выбирай. Больше... Чей батл больше всего понравился? Спасибо большое. Да, чувак, реально, спасибо. Мне батл больше всего понравился Вити Бови с ПМом. Я считаю, что они, в принципе, два самых, ну, типа, сильных персонажа в сезоне. То есть, есть интересные персонажи. Их очень много. А вот самые сильные именно, наверное, Бови и ПМ. Ну, еще Парагрин, наверное. Вот. Поэтому, ну, мне больше всего понравился Бови с ПМом батл. Если не я буду в финале, то больше всего хотел бы, чтобы в финале были ПМ, наверное, с Парагрином, либо... Либо Микси с Витей Бови. Там он спрашивает, лучший панч какой? Какой лучший панч с отбора? Мой? Ну, наверное, про Марьяну и под лицом. Ну, это хуйня, у меня еще много таких. Все увидите. За Сектора обидно пиздец. Там не пропустили? Сектора не взяли. Да.
Огил. Как мне Огил? Ребят. А сектор это типа отсылка к, к типу из Mortal Kombat, я так понимаю, нет? Бля, ну, короче, Огил. Ой, блядь. Короче, сначала про сектор расскажу, короче. Сектора. Ну, мне типа не обидно, типа, мне, наверное, ну, почти похуй, взяли его, не взяли, типа, ну, сектор охуенный чувак, а то, что его не взяли, ну, просто поверьте мне, чуваки, у вас отпадет эта хуйня, то, что, типа, жаль, что сектора не взяли, у вас отпадет эта хуйня после просмотра следующих батлов, потому что уже не важно. Так, Огил, мне... Мне очень нравится Огил. Огил охуенный тип, и, ну, типа, я посмотрел его батл, я вживую. Привет, подписывайтесь на меня, я, да, Настя Жемкова. Не-не-не, подожди. Короче, Огил охуенный тип, очень сильно меня вдохновил. Сука. Короче, Огил охуенный, я вживую смотрел на его батлы. И вот я ее вживую видел, короче, и... Короче. Ару, что там рука? Ой, прости. За Б говорит, что вся батла хуйня. Ну, типа, насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, он так не говорил. Короче. Что там за эти люди пришли? Сука, можно обойти? Короче, Огил охуенный. Мне очень нравится Огил. Вот. Очень жалко, что. Ну, а, ну, типа, Огил охуенный, короче. У тебя есть треки? Нет, у меня нет треков. Да, после сезона, я думаю, я этим, конечно же, займусь, но на данный момент, мне кажется, у меня нет времени, в принципе, треками заниматься, потому что логично, потому что я в сезоне, и мне нужно постоянно готовиться к кому-то. Вот. Данил, поздоровайся, но. Палм-член, иди нахуй отсюда. Щегол. Сука. Я тебя ненавижу. Ты не так делаешь. Ты не так делаешь. Можно я тоже, пожалуйста. Так, ребят, девушки больше не наливать. Да мы нормасты, как бы, все, мне больше ничего не пить. А, ну хорошо. Почему я еще? Ты водку не пьешь? Ну я так говорю, на самом деле я пью. Надеюсь, ты мой телефон через скинул, Кирюх. Ну хорошо. Ладно, можно меня пропиарить? А подписывайтесь все на меня, я. Ну да. Когда начал интересоваться батлами, 5 лет назад, когда Версус появился. Сколько тебе лет? 18. Живись. Мне 15. Подписывайся на меня сегодня. У меня там 37. Хуя, привет, привет. Привет. Я помню, как их зовут. Я не помню, что мы только что сдавались. Помидоров панч машина. Ты решил сменить пол и стал мужчиной. Кирюх, помидоров? Когда пришла? Чего? Ну, короче, коммент просто был. А что, Сашке понравилось? Он дроп. Ну, такой, ебать, да, на ритм панчик просто коммент был, типа, ебать панч машин этот помидор рассыпать. Просто убирать все начали. Смотри, я буду мусорить. Где учишься или работаешь? Работаю в батутном парке. Девушка. Короче. Обожаю, да я вчера еще не понимала. Работаю в батутном парке Гуд Батут. Проспект Ленина 73А. Нигде нахуй не учусь, мне там в пизду не нужно. Серьезно, нет, я, короче, не закончил 11 класс. За месяц до конца 11 класса я съебался нахуй, потому что мне не захотелось там дальше учиться. Водки и вино. Смотрите, еще не отпустил, да. Все увидите, команды, ну, типа, команды, все сколько тусили или нет, все увидите, короче, пацаны. Все будет видно. Сколько им лет, Кирюх? Ей 15, я больше никого я не знаю. Я взрослая, независимая женщина, привет. Ебать. Ладно, просто моя родительная дача. Женщина. Отстань, вот так. Как тебя зовут? Я Настя. Дай, пожалуйста. Хорошее имя. Хорошее имя. А имя Шлюхи. Ну, я не такая. Да. Я хорошая, да. Хочешь топ-панч? Да, я хочу топ-панч, давай. Я пью, да. Давай топ-панч, чувак, задвигай, давай, я слушаю. Именно. Вот, кстати, да, сейчас праздник, я не пила с Питера. Ой, давайте расскажу о себе. Я работаю в центре классической музыки. Нам нельзя выкладывать фотографии и видео. Я всех накидался, блядь. Все спокойно. Ладно, я просто ебанутая такая по жизни, это нормально, что я так. Ребят, ай, пью, нам на улице. А, ну блин, то, что... Пошли. Это Рома. Сам, по-моему, член нормально живет. Очень такой активной жизни. Питерский, да? Я была в Питере недавно. Первый держатель волос. Зуб проебал.
пьяный попиздился с таксистом, короче. Я ебанул ему по бамперу, он вышел, и мы попиздились нахуй. Хочу, чтобы ты слетай забатлил. Ты долбоёб, чувак, типа, летай в моей команде, мы не будем батлить. Летай, охуенный тип, я не хочу его батлить. Я хочу с ним бухать. Уберите её от греха подальше, пишет. Сука. Вы что, охуели, ебало вам, блядь, разобью, суки. Ну ладно, я на трезвая, я все равно ебанутая, простите. Вот, ну да. Забросил, у меня колено пизда. А я работаю в мажоретках. Че? Нет, у меня просто... Кому? А, короче, чуваки, скажите, пожалуйста, вот кто сейчас в эфире, короче, кто смотрит Versus, типа, скажите, вот этот чувак похож на Эля? Блядь. Чуваки, это же вылитый Эль просто, ну в натуре, нахуй типа. Нахуй я показал, дурак? Ну типа, блядь, ты похож ты просто реально на чувака. Я похож, сам на себя. Ты знаешь Arctic Monkeys, чувак? Кого знаешь, чего? Arctic Monkeys знаешь? Да. Ты на солиста очень сильно смахиваешь. Так, подожди, как тебе кончить? Одно, один в один. Война стилей, значит, будем стелить жестко, гитлеровские усики, смоки, это моя прическа. Да дай чуваку, зайти, что-то. Ну, да. Где-то можно шашлыки жарить. Чё? Где шашлыки жарить можно вон там? Привет! Я не знаю, где шашлыки жарить. Сковородки. В смысле? Из своей команды я со всеми закорифенился. Это же моя команда. Все охуенные типы, всем респект. Да, говорят, похоже то, что я на... Очень. Этого... Из Arctic Monkeys, да, сказали? Типа. Кстати, немного, да. Что? Ладно. Выпить сок. Давай. А, ну-ка... Сок кушай. Пошел нахуй! Нет, сок. Нет, это мой братан лучший. Нет, он мягче. Похож 100% пишет. Блять, ну вы охуели, ну, почему я раньше... Давай похож на кого? Типа... А я похожа на шлюху, пока. Вот это заявочка. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? А меня зовут Настя, им шлюхи. Номер телефона. Совпадение 100%. Арима нахуй! Короче. Сколько тебе лет? Мне 18. А мне 15. Там что-то Ваня хочет. Блядь. Мне тоже. Тихо! Я похож на лидера. Кто хочет? Где он, сука, говорит? Куда мы идем? Шашлыки жарим. Куда? Да вниз. Хоть туда, хоть туда. Пошли туда. Хоть туда, хоть туда, нахуй. Погнали, бревно. Нужно зажигать. А я не пью, пью сок. Андрей, купи. Апельсиновый вкусный. Апельсиновый вкусный. Что за хуйня, блядь, Сережа бывает. Кого там, ты говорил, я похож-то? На Эля. Кто это, блин? Эль — это один из участников Versus Fresh Blood 4, который не прошел сезон. Я не знаю, кто это. Ну ладно. А как тебя подпишут в Инстаграме? Ну там что-то косарь 700, косарь 800. Где нахуй?